О, друзья, всем привет! Мы в Судаке находимся, как поживать? Сейчас прогуляемся по Судаку. Сейчас середина как раз января. Хорошо, что я вас нашел. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот. Сейчас прогуляемся по Судаку. Вот. Сейчас святки как раз идут. Это время между Рождеством и Старым Новым Годом. Как раз неделя. Вот, а сейчас мы находимся как раз в Эолово-Арфа, в Судаке. Это как раз конец набережной под Олчаком. Вот, сейчас покажем, расскажем, как там дела происходят. Там людей куча, конечно, возле елочки, там все остальное. Елочку еще не убрали, но посмотрим сейчас народ. Там много людей. Вот, обязательно оставайтесь и подписывайтесь. Вот, потому что все уже подписались, кроме вас. Так, ну не будем упускать момент, мы, конечно, снимем здесь Эолово-Арфу, вот, и, может быть, вы узнаете, где она находится, если не знали до этого. Вот, такая вот дырень в горе, дырень с видом на город. Сейчас уже вечерок, конечно, было солнце, я выехал. И все затянуло облаками. Вот такие пироги. Ну ничего, я думаю, что настроение придаст количество людей, которые сейчас на набережной гуляют. Я так думаю. А вдалеке, смотрите, вот новый свет, и все в тумане. Ну как бы половина. То есть горы практически наполовину в тумане. Даже не наверху, не на краешке горы, а так разделило. Вот такие пироги. Тут, кстати, стоит вот такое вот кресло, которое я уже показывал. Вот такие дела. Кстати, все знают, что такое 14-е. Это не только старый Новый год, но это, получается, там, если по церковному, то это обрезание, да, Иисуса. Ну, как бы так считается. А еще 13-го это Андрея Первозванного день. Кстати, Андрей Первозванный здесь Скифия. Вот это место. Крым, Украина, Грузия и часть России. Там даже немножко Казахстан. Это раньше, там в 4 века, или вернее, первые века. Вот это, ну, Андрей Первозванный же это апостол был. И, короче, это место, местность называлась Скифия. Здесь скифы жили, вот, и все остальное. И вот Андрей Первозванный тоже в Крыму был. Вот, когда у него была как бы такая проповедническая миссия, что ли. Ну вот, короче, они там поделились. И вот Андрею Первозванному досталась эта скифия. Вот такие дела. Как раз 13 числа его... Я как-то темно выгляжу. Вот так. Как раз 13 числа его день памяти. Вот такие дела. Ладно, давайте закончили с историей. Давайте спускаться. Я уже, наверное, не буду отключаться, потому что здесь тоже интересный спуск, в принципе. Я как-то вот аккуратно буду это все делать. А вы, друзья, пока... Напишите комментарий. Сейчас пока еще... Наверное, когда будет видео будет выложено, уже, наверное, морозы у нас наступят, я думаю. Вот. Здесь каждый день меняется погода, то плюс, то минус. Вот такие дела. Ну, обычно в Крыму такой морозец наступает ближе к крещению. Вот такие дела. Поближе к крещению морозец наступает. Так, не красиво ли? Мне кажется, класс. Особенно вот этот туман. Мне кажется, здорово. Еще и штормит там. Сейчас мы еще на шторм посмотрим. Не так, чтобы сильно, не шторм века, но уже как бы так, ну как бы, как обычный шторм. Можно так сказать. Как обычный шторм. Так, ну что,
Погнали потихоньку. Здесь такой подъем, ну, градусов, не знаю, 45. Как бы не вертикальный, конечно, но ну такой. Ой, тихо. Фу, засмотрелся в камеру так. Тут уже ногами это самое, исхоженное место уже. Многие сюда поднимаются, поэтому камни немножко, ну, как бы так, стерлись. В конце краев. Тут какая-то стая собак собралась. Живут здесь, наверное. Стая собак тут. А, там, видимо, женитьба какая-то, свадьба получается, наверное. Так, предполагаю. Самцы там это показывают себя. Так, здесь, по-моему, тропинка есть. Так, сейчас я спущусь, и мы переместимся дальше на набережную. Так. Здесь, конечно, тяжело спускаться. Опа. А, здесь лучше. Ой. Так, ладно, я отключусь, наверное. Ребята пошли тоже. Так, надо быстрее на набережную, уже темнеет. А, ну да, сейчас там как раз елочка, кстати, будет включаться. Люди гуляют. Наконец-то спустились. Так, друзья, вот эта речка, супер мега речка, 2 шага шириной. Штормом посмывало, и, короче, ее немного расширило. Теперь она течет как бы в 2 струи получается. Размыло эти камыши. Камыши посмывало, когда вот это вот было. Шторм. Да, шторм был. Так, друзья, все. Перемещаемся на набережную. Идем дальше к елочке. Там смотреть народ, праздновать святки, все остальное. Вот так вот. Оп. Оп. Мы на набережной. Ну, это, то есть, начало или конец. Смотря с какой стороны смотреть. Здесь, конечно, мало чего интересного. Можно даже по пляжу немножко пройти. Пока здесь такой пляж, который не замывает. Тут гора закрывает, гора Алчак. От шторма, который идет в ту сторону. Там, наверное, подмывает полностью до набережной. Пляж. Ну, кто-то на чем-то ездил, на велике, что ли. Ой, не знаю, насколько будет видео будет это самое. Ну, цельное, потому что картинка теряется немного, когда вечером снимаю. Я-то думал, солнце, вот буквально солнце было, ну, часа полтора назад не было вообще, ну, тучки, так, облака небольшие были, но такого прям
И все затянуло очень быстро. Так, ну здесь мы немножко прогуляемся по пляжу, а там уже пойдем по набережной. Здесь такое место. В принципе, ничего интересного. Здесь хотя бы можно по пляжу пройтись. Ой, догоняет меня. Кстати, кто знает, для чего там обрезание, ну как бы от чего оно произошло, расскажу немного. Вот я буквально перед выездом почитал чуть-чуть. Аврааму, короче, ну так в Библии написано, Ветхий Завет. Бог сказал: вот я заповедую тебе обрезать крайнюю плоть, потому что у нас с тобой завет этим будет. И вообще не сказано, какой завет, в каком смысле завет. И, короче, это, говорится, а все остальные, кто не обрезаны, типа, будут там истреблены, что ли, там как-то так написать. Я вообще не понял, что за пропаганда? Это что за пропаганда, незалежность? Кто не с нами, тот плохой, что ли? Короче, кто это писал, не знаю, может это... Или насколько тогда были... жесткие люди, что нужно было такой завет составить. Это очень странно. Какой-то жесткий бог в Ветхом Завете. Короче, по идее у нас бог любовь, да? А тут, видите, как это... Все остальные будут очень, ну, как бы... Как это? Незалежный. Ну, чуть-чуть каплю нервишек добавлю в видео. Это самое. Вот отключилась память. Короче, мне, видимо, память не хочет про политику ничего говорить. Ладно, когда я сюда шел, я помнил, что-то там. Бей врага или что-то такое. Бей врага. Короче. Кто не с нами, тут против нас. Что-то вроде этого. Там так и написано, что... Прям в Библии получается так и написано. Я обалдел, честно говоря. У вас же был там еврей один, которого вот праздник недавно был, рождение. Там же классные заповеди у него, у Иисуса. Вот. Классный мужик. Послушайте, может быть в любви будет лучше, как бы, существовать с другими народами, чем считать других. Я не думаю, что прям Бог такой жесткий. Вот я только одних люблю, а других не люблю. Короче, это был дисклеймер, это только, ну, как бы, размышление. Ладно, забейте, неважно. Вставочка из Библии. Ну, как раз у нас эти самые праздники-то такие. Что ж поделаешь, о чем еще говорить? Праздники, про Рождество, про вот это вот 14 число, это обрезание. Ну, старый Новый год. Кстати, раньше Новый год праздновался как раз с 13 на 14 число. И как раз, может быть, это и было обрезание. У нас сначала было 7 число Рождество. 7 число было Рождество по старому стилю. То есть раньше все жили по старому стилю. Сначала праздновали Рождество, а потом Новый год. Вот, и ну, это как сейчас празднуют в западном. А переименовали на новый стиль, что Новый год стал впереди Рождества. Это во время советской власти. Вот. Ну, как во время Советского Союза, когда боролись с религиозностью там, и всем остальным. Вот как-то так.
Не знаю, вообще будет видео это YouTube продвигать такие слова всякие противоречивые, что ли. Это я так просто. Ладно, короче, посмотрим. А я что знаете, я про религию могу свободно говорить. Так, я могу помирить всех, как говорится. Собачки тут бегают. Я выехал, думаю, классно, сейчас закат будет, там все остальное. А тут бац тебе, тучи. Так, наверное, будет лучше видно. О, тут уже накатывает так. Надо успеть добежать до елочек, пока не стемнело. А ну подождите, тут уже до лестницы. Дети на роликах катаются, кстати, здесь. Вот тебе и зима крымская. Кто-то ходил там. О. Так. Здесь, видимо, поразбивало вот эту вот конструкцию и поставили заграждение, видите, чтоб не ходили туда. А, ого, ничего себе. Ой-ой-ой. Попереломало тут набережную. Ого. Смотрите, сломала набережную, обалдеть можно. Это что такое? А ну. Вот это да. Вот это подмыло ее, конечно.
В этом году вообще море как-то оно наполнилось очень сильно, много воды. То был отлив. Ладно, поставили заграждение. Подмывает прям под набережную. Подмыло там, наверное, и да. Море сильно наполнилось, смыло песок, и сейчас вот часто домывает до набережной, ее начинает, видите, как бывает. Шторма сильные когда еще были, а сейчас, видите, вот она дошло до кондиции. Народу, конечно, очень много, честно говоря. Так-то, может, через камеру будет плохо видно, что сейчас темнеет. Так, ну тут вот тоже домывает. Тут очень часто, кстати, домывает до набережной. Ну там вот какие-то специальные такие усиления бетонные прям внизу под набережной. Здесь вообще вот так вот она полукругом, как бы для защиты от волн. А там, видимо, как-то, ну, по-другому, где разломало. Так, ну и что? Во что у нас превратился судак? Крым, ошалеть. Я в шоке.
Я в шоке, боже мой, что превратилось с набережной. Крым. Крым, я обалдел. О, домовая тут. Это шутка для тех, кто в теме. Ой, елки, я шел, вроде бы как была включена. Ладно, может, мы сейчас дойдем, и сейчас она, как раз, когда мы подойдем, она раз и включится. Мы такие, елочка, гори, она такая, бац. Уже, наверное, плохо видно будет. Уже, наверное, плохо видно. Я имею в виду. Если на большом экране, наверное, немножко размыто будет видно. А может и нет. Для ночной съемки нужно другое, какое-нибудь оборудование. Так, ну что, я вот медленно иду, не вижу, чтобы она включалась. А уже сейчас должна включиться, по идее. Уже темно. Сколько посмотрю времени? 17:35. Ну, да. Ну и так, 20 метров осталось. 19, 18, 17, 16, 15. Даю тебе последний шанс. Le шанс финал. Ну и... Кстати, я на стриме рассказывал, что на самом деле Дед Мороз — это, ну, как бы последователь... святителя Николая, то есть это и есть святитель Николай. То есть святитель Николай, он был архиепископом. И смотрите, вся даже одежда вся та же самая, что у архиепископа. И вот эти вот, ну вот эти широкие, ну как бы, как их называют? Короче, посох, вот эти вот широкие, шапка и все остальное. Подарки тоже все с истории, ну как бы, что он помогал там всяким людям, как бы скрытно. Как говорится, скрытно помогал святитель Николай. Кстати, так, мне хорошо видно. Деда Морозом стали называть уже во время советской власти. Ну, как бы переименовали святителя Николая в Деда Мороза. Вот, чтобы как бы, ну, бороться с религией. Вот такая вот борьба была. И придумали имя Дед Мороз. А одеяние, в принципе, такое же самое осталось. Вот. И есть... ну, как в западном мире, есть Санта-Клаус. Санта-Клаус. Святой Николаус. Святой Николай. Это он и есть. То есть они там впрямую называют, что это Святой Николай. Вот. Так что у них, в принципе, наверное, более... правильное название этого человека исторического. Вот такие дела.
А Снегурочку я уже не помню. Тоже, по-моему, в советское время как добавили ее. А вот. Ну и подарки, это то же самое. Вот он там помогал скрытно, как бы у нас тоже принято. Как бы, как будто тебе Дед Мороз принес, как будто там святитель Николай тебе подарил подарки. Вот. Ну, как бы у него само житие состоит из этого. То есть он помогал так, любил помогать скрытно там всяким людям, которые попали в беду, там и все остальное. Хотя некоторые говорят, что подарки это, ну, когда волхвы принесли, как бы, ладан, мирну и что-то еще там, я уже забыл, Иисусу. Вот, некоторые говорят, что это как бы подарки, это тоже Иисусу, наверное, так, можно сказать. Так, ну что, елочка, что не горит? Не горит елочка. У нас. Кстати, смотрите, сколько людей. Не знаю, насколько в темноте будет. Видно хорошо. Здесь народ здесь весь гуляет. Весь народ здесь. Многие приехали на выходные. На набережной покажу. Что-то здесь не включается ничего. Должны гореть же вот эти фонарики. Экономят свет, что ли? Где свет? Где свет? Ку-ку. Сегодня у нас, конечно, нет заката. Зато куча людей на набережной гуляет. Я вот жду, может они в 6 часов включают ее, или все, Рождество прошло, они перестали включать. Я думаю, как бы в реальном времени показать. Сейчас 17:41. Так, ну что, мне придется отключаться, если они сейчас вот буквально. Я имею в виду, я включу, когда их включат. Так, ну давайте засекем, был ли я прав или нет. 17:42, можно так сказать, сейчас. Так. Я подожду, а вы вот сейчас прям увидите. Оп. Ёлки-палки, я, короче, 2 минуты буквально. Друзья, 2 минуты. Не дотерпел. А может, и одну сейчас вот посмотрю. 1 минута оставалось. Ладно. Хотел так в реальном времени, что включили. Ну ладно. Короче. Вот вам и елочка. Я думал, у меня аккумулятора не хватит. На батарее.
Кофейня тут еще работает. Я, кстати, этот сам братишка тут кофе угощал. Это самое, стакан подарил. Илюха, привет тебе, если смотришь. Специально купил у них вместе с стакан, говорит, на тебе кофе дарю на Новый год. Стакан, ну как, подстаканник и стакан, короче. Прям здесь купил. Все фоткаются. Еще не все нафоткались. Новая кровь прибыла. О, сейчас мы пойдем, там рамка есть прикольная. Я уже выкладывал с ней видео, но она еще не горела тогда. А, друзья, вот у меня все мысль. Спасибо всем, кто отправляет донейшены. Очень большое. Даже не всем тем, кто отправляет, даже тем, кто думает, хочет отправить меня. 7 числа, прямо на Рождество, позвонила женщина, говорит, мне 84 года, вот я хотела вам отправить донейшн, но она не знает, у него даже ни карточки Сбербанка нету, ни это самое, ни, как бы, ну, ни приложение, она ничего, интернетом вообще не умеет пользоваться, 84 года человеку. Я настолько был, как бы, приятно так удивлен. Вот, это просто какой-то, не знаю, какой-то праздник, праздник души. Вот, если даже хотите отправить, да, и не получается, вам все равно большое спасибо. Это все равно настолько, ну, настолько это, как бы, приятно. Конечно, у меня нет никакой монетизации на YouTube, я не зарабатываю, не могу зарабатывать на этом. Ну как, не могу, вот только на вас какая-то поддержка моя. На вас строится. Вот. Так что. Ну, хотя бы можете комментарий написать. Вот. Это тоже поддержка. Вот. И если тоже донейшены отправлять, спасибо большое. Морально очень поддерживает. Вот такая рамочка. Сколько людей гуляет, обалдеть можно. Так, ну что, друзья, будем заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь обязательно на канал, на группу ВКонтакте. Вот так вот. Вот так. Вот так. Вот, спасибо большое за комментарии, за лайки, за репосты, то, что вы делитесь с друзьями, тоже спасибо большое видео. Вот, за донейшены.
С праздниками вас. Смотрите, как классно.